«Добро пожаловать в Хироназиум. Могу я чем-нибудь помочь тебе?» «Если ты хочешь создавать свои собственные зачарованные вещи, то ты как раз по адресу». «Ах да, это большой шаг вперед для тебя, друг. Ты понимаешь это? Сейчас тебе предстоит решить, какого типа посох тебе нужен, подходящий тебе и твоим способностям. Начнем?» «Зачарованные посохи — это непростой вопрос. Только определенные заклинания могут быть по-настоящему полезны тебе, поэтому мне придется сузить выбор. Начнем со школы. Какая тебе ближе — разрушение, иллюзия или мистицизм?» «Для магии иллюзий выбери один из трех видов зачарования — чары, паралич и безмолвие. Что предпочитаешь?» «С помощью этого посоха ты сможешь на короткое время обездвиживать врагов. Я могу приступить к работе сразу же, или мы можем начать все сначала?» «Хорошо. Тогда я принимаюсь за работу. Зайди ко мне завтра, и твой посох будет готов». «Добро пожаловать в Хироназиум. Могу я чем-нибудь помочь тебе?» «Да, он готов. Лежит вон в том буфете в углу. Надеюсь, он будет служить тебе верой и правдой». «Еще увидимся!» «У меня есть новое задание для тебя. Прежде чем продолжить, мы сначала должны обсудить твое повышение в гильдии. В соответствии с правилами гильдии, ты удостаиваешься звания специалиста. Носи это звание с достоинством. Совет расследует происшествие у пещеры «Неистощимый источник». Все наши силы брошены на решение этой задачи. И людей не хватает. Нам требуется одна книга, имеющая отношение к данному делу. Она недавно была одолжена Янусу Гасселдору, графу Скинграда. Доставь ее сюда обратно. Я понимаю, это может показаться не очень важным заданием, но его необходимо выполнить. А ты входишь в число тех немногих, кто может заняться этим. Одно предостережение. Скинград — это необычное место. Жди неожиданностей. Граф очень замкнутый человек, и у него непросто получить аудиенцию. Надеюсь, статус представителя гильдии поможет тебе. Поговори с управляющим замка, когда прибудешь туда». «И тебе всего наилучшего». «Да? Из гильдии магов, говоришь? О, граф прекрасно осведомлен о том, что ты здесь. Он просто не желает сейчас давать тебе аудиенцию. Теперь, когда я увидел тебя сам, не могу сказать, что виню его в этом. Ладно. Я попытаюсь заставить его переменить свою точку зрения. Возвращайся завтра. Возможно, тогда он согласится встретиться с тобой». «Эй ты, у меня есть новости для тебя. Граф согласился встретиться с тобой, но не здесь. Он хочет встретиться с тобой к северу от проклятой шахты за городом. После 2 часов ночи. И постарайся не опаздывать. Иди по дороге на запад от Скинграда через высокогорное пастбище. Вход в шахту находится к югу от дороги. Граф встретится с тобой около шахты». «Назови себя».
Так-так. Опаздываешь, маг. Боюсь, я ввел тебя в заблуждение. Граф не придет. На самом деле он даже не знает, что ты здесь. Мы не позволим гильдии вмешиваться в наши планы, каков бы ни был повод, граф или что-то иное. Посему тебе придется умереть. Не волнуйся. Мы найдем твоему телу хорошее применение. Уверяю тебя. Он был здесь только секунду назад. Он был здесь Моё только секунду назад. Была ошибкой. Не стоило тебе наказывать. Твоя последняя ошибка в жизни. Осторожно! Извини, мы не встречались. Я Янус Гасселдор, граф Скинграда. Я не завидую верховному канцлеру. Очень непросто пытаться управлять империей без императора. Мне надоело болтать. Ты просто тупица. Как только можно было подумать, что я предложу встретиться здесь. Но твое легковерие сослужило мне хорошую службу. Я знал о Меркаторе, но не о его друзьях. Теперь никто из них не представляет угрозы. Граф Янус Гсилдор к твоим услугам. Простое спасибо было бы более уместно в этот момент. Ты не можешь узнать некроманта, когда видишь его. Я подозревал, что Меркатор был вовлечен в их культ, но не хотел предпринимать действий против него, не зная точно, кто его союзники. И что бы там твой совет мне думал, я не связался с некромантами и никогда этого не сделаю. Так можешь им и передать. Действительно? Возможно, твой совет был не совсем честен с тобой. Ты действительно веришь, что они послали тебя сюда за книгой? Нет. Они послали тебя шпионить за мной. До них дошли те же слухи о культе некромантов, что и до меня. Скажи своему совету, что в следующий раз, когда захотят чего-нибудь от меня, пусть приходят сами, а не засылают никого под фальшивым предлогом. Да, теперь я это вижу. Мне жаль, что Травен вовлек тебя в это дело таким образом. Но, по крайней мере, тебе удалось выжить. Пока. Возможно, в будущем тебе можно будет доверить заниматься более серьезными вещами. А пока твою миссию здесь можно считать завершенной. Я предлагаю тебе вернуться к твоему совету. Удалось ли побывать в Скинграде и повидаться с графом Гасселдором? Спас тебя? Он? Что ж, это хороший знак. Я должен извиниться. В намерение совета никогда не входило причинение тебе вреда. Уникальные особенности натуры графа до сих пор не стали достоянием общественности. Совет желает, чтобы так продолжалось и дальше. В то время мы полагали, что информировать об этом тебя нет необходимости, поскольку это не было важно для выполнения твоего задания. По этой причине я тогда не мог рассказать о его настоящей природе. Очевидно, это суждение было ошибкой. Я приношу извинения.
Архимаг опасался, что отправка высокопоставленного члена гильдии может привлечь слишком много внимания и спровоцировать негативную реакцию графа. Мы также были убеждены, что это может заставить тамошних некромантов уйти в подполье, и их будет гораздо труднее обнаружить. Мы просто хотели разведать обстановку в Скинграде. Наши отношения с Гасилдором можно охарактеризовать как непрочные. Это в лучшем случае. Совет согласился хранить особенности его натуры в тайне, а взамен он иногда предоставляет нам полезные сведения. Будучи вампиром, граф имеет мало союзников, которым он может доверять. Ему удалось скрыть свою натуру от большинства, но он не может скрыть ее от совета магов. Поэтому он заключил с нами некоторого рода соглашение. У тебя была возможность убедиться, что наши отношения стали весьма напряженными. Граф не одобряет новую политику, провозглашенную гильдией. Все не так просто. Гасилдор силен, это несомненно. Но совет не рассматривает его как угрозу. Кроме того, он уже давно правит Скинградом без каких-либо происшествий. Мы опасались, что Гасилдор может быть вовлечен в дела некромантов. Благодаря тебе стало ясно, что это не так. По крайней мере, сейчас. Мы будем продолжать наблюдение за ситуацией, но уверяю, мы больше не будем предпринимать попыток ввести тебя в заблуждение. Тебе удалось справиться с заданием превосходно, и я благодарю тебя за это. Твое служение гильдии не осталось незамеченным. С этого момента тебе присваивается звание заклинателя. Вместе с новым званием прими, пожалуйста, этот амулет. Пусть он поможет тебе в трудное время.